Многое на этом саммите становится ясно благодаря деталям. Взять хотя бы сам прилет Владимира Путина в Австралию. Его никто не встретил с первых лиц, только замминистра обороны. В то время как лидеров США и Китая Барака Обаму и Си Цзиньпина ждали у трапа генерал-губернатора и генеральный прокурор Австралии. В групповом снимке Путин стоит с краю, ну прям как аутсайдер. Под палящим солнцем Брисбена Путина встретили холодными закусками и оказали холодный привет. Путин буйло! Путин буйло! Путин буйло! Canadian Prime Minister Stephen Harper is quoted telling Putin, "I guess I'll shake your hand, but I only have one thing to say to you. You need to get out of Ukraine." Дэвид Кэмерон в ходе саммита Большой Двадцатки в Австралии провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Премьер предупредил российского лидера о том, что Москву в случае нарушения условий перемирия, которое должно было положить конец конфликту на Украине, ждут серьезные последствия. Поскольку в последние дни из России на Украину отправляется все больше военных колонн, ожидается, что кризис станет главной темой для дискуссий между странами, между лидерами стран мира. Президент Путин подвергся давлению со стороны сразу нескольких лидеров и теперь собирается покинуть саммит раньше, чем планировалось изначально. И, конечно же, непременный атрибут – знаменитая австралийская сумчатая. Кажется, даже у Куал на этом саммите было больше поклонников, чем у российского лидера. Jonathan Samuels, Sky News, Brisbane.